Город Нижний Новгород, Павлов Андрей, компания СПК. Мы занимаемся производством строительных стеклопакетов. Начало нашей компании в 2007 году. Была идея организации производства, полного цикла производства окон. Она была реализована. На сегодняшний момент мы один из ведущих производителей стеклопакетов в Нижнем Новгороде. Ну, в принципе, так было и всегда. То есть вот на протяжении уже 15 лет. С компанией «Юта» я познакомился с 2008 году. На самом деле у нас постоянно какие-то вопросы возникают по обновлению оборудования. А сейчас в связи с изменением конъюнктуры рынка и производимой продукции, наш нацел на усложнение тех изделий, которые мы будем изготавливать. Поэтому и компанию «Юта» мы знаем, я говорю, мы знаем уже 15 лет. То есть сейчас, конечно, мы не то что нацелены, мы смотрим мы вокруг и смотрим, куда идет рынок. Поэтому вот наш приезд сюда именно с этим связан. Ну, вот вообще, да, вот эти поездки, то есть как-то это помогает принимать решения? Ну, да. Начнем с того, что это расширяет кругозор. То есть мы смотрим на то, что есть, существует в природе. Это первое. Второе – это люди, с которыми мы встречаемся, знакомимся, которые в том числе помогают как бы понять, куда движутся и как двигаться. Получение какого-то опыта – это всегда интересно, очень интересно. Даже какие-то, так как мы этим тоже давно занимаемся, какие-то мелочи, пройдя по производству, замечаешь и начинаешь об этом говорить там своему руководителю производства, что это надо сделать так или и так. Вот здесь сделано так, вы возьми на заметку, попробуй, это лучше. То есть это, конечно, помогает в работе. Мы все знаем, что в сторону европейских производителей смотреть, конечно, можно. Вот, но это достаточно сложно. Тем более у нас сейчас вот европейское оборудование, и мы четко получаем сейчас некие проблемы, определенные запасными частями. Мы их решаем, но всегда мы находимся в некой стрессовой ситуации, не дай бог что. Поставка многих запчастей, особенно тех, которые не свободно продаются на рынке, они там могут занимать там месяц, два, три. Конечно, Китай, наверное, сейчас в более выгодной ситуации находится. Во-первых, всегда Китай отличался более, скажем так, бюджетно, это более бюджет меньший, но по качеству оборудования мы видим, что достаточно высокое качество. И, опять же, напомнимся, с «Ютой» я знаком уже там 15-16 лет, с 2008 года. Тогда я уже смотрел печь там оборудование «Норглаз», они до сих пор работают. То есть это говорит о том, что Китай, в принципе, достаточно можно покупать. Здесь квалифицированные сотрудники. Это однозначно. Все, спасибо вам огромное.